Дорогие друзья, то, что сейчас происходит, это полнейший пиздец. Потому что меня окружают зомби, сука, на, получай, нахуй, получай, блядь, у тебя сейчас нахуй. Ах ты ж, блядь, на, получил, сука, получил, блядь, мразота ты ебучая, все, погнали. Короче, это зомби Андрес. Да, как и обещал, буду ее проходить. Блядь, чё? Ебать его в нахуй. Блять, Майк, сука, пожалуйста. Ебучая вот эта вот ориентация по вертикали, или как ее там, надо ее поменять, конечно. Я так не хотел, блять, надо игру было с самого начала настроить. Ёпты, блять, ёпты в рот. Всем бип-бип! С вами Ланджи Бип, и сегодня мы будем проходить зомби Андрес. Да, правда, игрушку нужно настроить. Сразу скажу, что я проходил, ой, блядь, я не проходил, я смотрел по ней видео, и, если честно, это пиздец полнейший, это просто нахуй пиздец лютейший, так зомби тут нет. Ну давай, ладно, слушай, сейчас я поменяю управление на нормальное, настрой, а то, блядь, на shift как-то прыгать, это... Ну это пиздец. О, нет! Боже мой, за что это? Ах, бедная жена. Блядь, нихуя себе у него лицо, бедный Майк. Все, все, ребят, я погнал, а... Угу, авторы, ну окей. Давайте сейчас поменяю, пока идут авторы. Ну, значит, пиплы, я настроил управление, надеюсь, все у меня будет хорошо. Так, смотрим. Играет музыка из 8 дней спустя, или как там она называется? Last, вроде бы. Слушал. Ладно, давай тогда не будем заострять внимание на этой штуке, а сразу приступим к делу. Это будет долго, это мы как-нибудь отдельно с вами посмотрим. А, сохраняемся. Окей. Блять, Майк. Заварушка в магазине. Посмотри, ты вообще крутой. Да, сорян, если тут какие-то полосы. У меня монитор 4К, ёпты. Игра вообще не оптимизирована под такой размер. Поэтому экран будет то больше, то меньше. Бля, да. Куда ты идешь? Куда ты идешь? Такой печальный. Бля, мне в натуре его жалко. Бля, нихуя себе ракурс, ёбаный в рот. Блять, Майк, ты что, камеру несешь? Ничего этого больше нет. Но это вообще-то не твое лицо. Моя прежняя жизнь больше никогда не вернется. Это не его лицо, это не его. У него это другой скин. Скин Майка это ID 60. Он 60-й в модельках игры, я смотрел. Но умирать я не хочу, я очень сильно голоден. Нужно срочно найти еды. О, давай, посмотрим. Блять, нихуя себе, выходи из дома. Давай, пойдем с тобой, давай. Давай посмотрим, что у тебя в комнате. Блять, нихуя себе, у тебя тут как-то скудно. Ты как-то бедно живешь, Майк, в таком крутом, казалось бы, двухэтажном доме, но, блядь. Ну да, да, живет, конечно, кровать это еще. Как будто, ты знаешь, в общаге какой-то живет. А может он рил в общаге какой-то живет. Бля, ну ладно, давай посмотрим. Выходим на улицу. Центр Лос-Сантос, иди в магазин. Бля, зомби нету, охуеть. А вон они сзади, сзади. Давай, Майк, чтобы включить... Подожди, чтобы включить замедление Тильда? А где она? А, все, я понял. Блять, нет, не туда. Все, я понял. На йо, буква йо. Блять, Майк, отключай Тильду. Замедление времени очень полезная вещь. Пройти про головами зомби, убить их всех. Как отключить эту хуйню, блядь, ёбаный в рот, сука, Майк, ой, блядь, Майк, ёбаный в рот, зомби, нахуй, вот это эпичное начало, блядь, ё-ё-ё-ё, это пиздец, короче, я нихуя не вижу, блядь, чё за хуйня, на, получай. Получай! Давай, где ты? Блять, бери нож, ёбаный в рот! Он нихуя себе, блять! Я долго на это буду смотреть? Майк, давай! Давай, с разворота, давай! Ебать, какой эпичный бой! Какое эпичное видео, нахуй! Просто давай, Майк! Давай, развор... Блять, когда это отключить? Как это отключить, эту хуйню? Блять, я... Куда? Что за... Отключи ее, блять! Блять, как эту хуйню отключить? Ёбаный в рот, вот это эпичное начало видоса. Ой, блядь, ёбаный в рот. Ненавижу. Наконец-то, ура! Фух. Малхон.
А, блядь! Блядь, сука! Где мой нож? Ай, блядь! Ай, блядь, ну... Сука! Блядь, бабка, ты... Блядь, мужики! Майк! Давай, давай, зомби, давай! Ха, на, получал! Получил, пидо! Получил, сука! На, блядь! Получай! Ой! Блядь, да ты... Да хватит его уже, все. Так, давай осмотримся для начала. Вот там еще зомби. Блядь. А я так и не отключил вертикальную ориентацию-то. Инвентацию по вертикали. Я так ее не отключил. Это же просто пиздец. Играть невозможно-то. И, блядь, я сейчас все это отключу, нахуй. Блядь, давай сейчас я прям это сделаю. Я монтаж мне, конечно, лень. Блядь, настройки управления, настройки. Блядь, какие... Инвентация по пути. Вертикали отключаем просто. О, другое дело, друзья. Так, где еда? А еда у нас там. Давай, Майк, кушай. Пополняйся, набирайся сил. Так. Давай, Майк, давай. Нихуя себе, ты, конечно, поел тут знатно так. Воздух поел. Возьмите продукты. Ну давай, а, вот тут еще это молоко или что-то. А, это сок. Да, Майк сейчас покушает сок. У тебя даже рюкзака нету. Как ты носишь эти предметы? Бля, а что это кок? Блять, что это там было написано? Love juice. И туда, да? А куда еще мне идти дальше? На кассу надо пойти, да? Давай, расплатите, пожалуйста. А, блядь, похуй. А что меня не выпускает? А, еще тут. Молоко. Или что это? Черри-пропер. Ой, черри-поппер. Да, я знаю, 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 знаю. Черри-поппер. Чоколад чонг. О, да. Выходим нахуй из магазина. Ой, блядь! Только не ведьма, блядь. Left 4 Dead. Покинул чат. Это, кстати, вроде бы модельки из этой игры. Я, конечно, не играл в Left 4 Dead, я слышал. И чуть-чуть прохождение там смотрел. У друга была такая игруха. Я в основном не играл, но ладно, интересно. Здесь можно сохранить игру прекрасно. Давай пойдем сразу сохранимся. Быстрее. Да быстрее! А здесь можно... А здесь можно начать... А здесь можно начать следующую миссию? А, да, можно, можно. Давай, 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 давай. Вперед, вперед, где ты? Миссия. Блядь, я испугался, я думал, миссия провалена. Ой, бля, нихуя. Ой, у него душ какой-то вообще просто мрачный. Как с женой тут купаться, да? Ладно, постараюсь употребить. Блядь, меньше мата. Вот. Ну, чтобы красивая речь была. Грамотная, чистая, без мата речь. О, там картины были. Мне интересно на картины посмотреть. Раз. Два. Так. Ненавижу свою жену! Ненавижу ее! Ненавижу свою жену! На-на-на, бля, получай, все. Разрушили сюжетку. Сюжетку разрушили. Все, погнали. Нападение на дом. Подожди, я эту миссию проходил. А, это другая, это другой момент, точно. А ну-ка. Он такой спит. А эти стучатся. Что это было? Что это было? Вот дерьмо, а не то! И музыка такая началась сразу. Ой-ой-ой! Блять, там бита была наверху, я помню! Я помню, это тут бита была! Или... Подожди! Давай! А, на-на-на! Ой, е! Вообще кайф! Давай-давай! Ебать, просто! Ебать, их много, блять! Иди нахуй! Будем стрелять! А, точно! Я не могу бегать, надо навыки прокачивать. Ёбаный в рот. Да блядь! Да блядь! Выпустите меня, помогите! Ёбаный я проебал миссию! Блядь, перезаряжай! Майк! Ёба... Блядь! Мне пиздец? Блядь! 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 Печалька. Печалька. В самом начале вот так обосраться, это просто пиздец. А как начать новую игру или загрузить сохранение? Ну хорошо же тут можно сохраняться. Блять, ты... С тобой нормально? Все? С тобой... У меня не работает. У меня не работает ходьба. Я не могу поменять оружие. Бля, что за пиздец? Начинаются эти баги, зомби Андрес. Эпичное начало. Вот молодец, Майк. Давай вместе с тобой выполним миссию на первый этаж.
Гони, давай вот так. Так, где? О, бита, все, сразу возьмем. Похуй на нож. Абсолютно похуй. Поебать просто. Давай, 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 быстрее. Можно пропустить эту? Можно. Блять, колесико вниз. Не работает! О, ну тут размах, да, большой. Почему битой круче? Размах большой. Блять, нихуя себе! Блять, иди нахуй. Меня. Блять, меня не будет! Ой-ой-ой-ой-ой! Ебать! Это пиздец! Их много здесь! Давай! Давай, давай! Давай, блять! Давай! Да, со слоумо легче! Ах ты ж, сука, ты думал? Блять, Майк, ну ты тупой! Они уже мертвы! Я тебя сейчас, я вам сейчас поебалу дам! Блять, я вам сейчас поебалу в натуре дам! Вот ты долбоёб! Блять, Майк, ну пожалуйста, чувак! Блять, они так тупят! Они просто пиздец тупят! И этого ёбнем! Да, блять, не их, а вот... Этого ёбни, который на меня смотрит! Так... Блять. Отключайся, slow motion. Slow motion. На, получил. Получил, долбоёб. Получил! Получил! Просто разлетается так эпично. Блять, ну вроде бы все. Отключаем кильду, да? А нихуя слоумо не отключается, мои дорогие телезрители. Ебать, еще где-то зомби тут бродит. Давай посмотрим. О, деньги, возьми деньги, Майк. Возьми деньжата. Давай возьмем с тобой деньги и пойдем. Блин, это реально. Или это они на улице? А как проверить, что у меня тратится слоумо? Ну, тап? Нет. Е? Нет. Йо? Нет. Блять, я еще медленнее стал? Да ты... Это пиздец, это нихуя себе называется медленное. Но я же сдохну, если... Нет, давай подождем, когда слоу-моушен закончится. Вот так походим, походим, вот так вот, вот так вот. Посмотрим на Майка заодно. Так. Блять, ну это пиздец, это... Отключить не знаю как. Это называется хуй знает, как отключить. Ну-ка. Может... Ура! Быстрее, садись в тачку. Поиски выживших, все, все, все. Давай, 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 давай. Ну тут хорошо, что частота кадров меня устраивает, кстати. А куда ехать-то? Подожди. Черт, подери, нужно срочно, но нельзя, чтобы она умерла. Нельзя отправлять ее к дому сестры. Да, мы рядом. И тут, кстати, нет, я не буду спойлерить. Так, едем. Едим, едим. Дерьмо, дерьмо, дерьмо! Нужно было сразу ехать за ней. Она уже на момент умерла из-за меня. Нужно быстрее доехать до ее дома. Вау! Бич. Мазафака. Давай. О, привет. Поцеловался. Айлис, ты тут? Алло, ответь, это я! Майк. Алиса! Ее тут нет. Это пиздец. Я тут нет. Блять, это охотник. Быстрее, блять! Блять, как? Ебу! Куда нажимать, блять? Блять! Бля! И все, и пиздец. Ой. Короче, ребят, как вы уже поняли, игра вылетела после моей смерти. Это был пиздец, мне приходилось заново эту игру перепроходить. Ну как перепроходить? Перепроходить этих зомбей. Как видите, хпшечка у меня это. Сейчас быстренько машину припаркуем рядышком как раз вот так. Надеюсь, она не пропадет. Вот, потому что, ну, это полнейший был трэш, пиздец, там все такое. Так, опять... Ахаха, Алиса, блядь, это я, Майк! Ну что ж такое? Помогите! Блядь! Все, давай, 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 охотник, давай. Да? Это по скриптам. Нету на это. На... Блять, все, есть. Блять, сука! Ёбаный хрень! Пробел, ЛКМ! Блять! Пробел! Блять, сука!
У! Это пиздец, это очень сложно. ЛКМ, левый shift. Блять. Блять, я опять сдох! Пиздец, миссия, конечно, ебанутая просто. Блять. Ну что мне сказать еще остается? Ноль консервов. Блять, да мне похуй на ваши консервы. Там охотник появляется постоянно, я уже хуй знает, как пройти. А я понял, как пройти ее. Сейчас я использую эту тактику, короче. Опять придется, наверное, перепроходить ее нахуй. Ладно, ребят, сейчас я перепройду. Надеюсь, с первого раза, а то это пиздец, это как бы моя третья попытка. Да, мдя. Хорошо. На этот раз другая тактика. Да. Да, так. На этот раз другая. Так, смотрите, ребят, короче, я вот так. Я, короче, я разъебу сейчас ее забор, вы, конечно, извините. Вот так. И стану. Вот прям, не знаю, я вот так вот стану. Вот так припаркуюсь. Сразу. Не буду рисковать. Надеюсь, моя машина не пропадет. Если пропадет, это пиздец, конец. Это если... Нет, не пропало. Все-таки есть надежда. Ай, Алиса, блядь. Да, не думал, что в самом начале будет такой пиздец. Там просто как Friday Night Funkin'. У меня руки не привыкли нажимать на... Все, начался пиздец. Смотрим. Ставьте лайк, ребят, если еще подписывайтесь на канал, группу ВК. Там мои песни про Винкс, ебаных, блядь. Давай, охотник. Ах ты... Подожди. Ах ты, сука! Нету ее... Охотника нету. Это выйти надо? Блядь, ты ебанул? Чё за хуйня? Блять, короче, я понял. Здесь, походу, или бах, или... Ладно, давай далеко от них уедем. Чтобы игра перезапустила... свою вот эту вот штуку. А, они там скопились, как назло. Ну это пиздец, она, походу, баганутая, реально. А как закрыть салон? Или это только в новой версии работает? Это просто пиздец. Игра хорошая, но багов здесь дохуя. Блять, давай, ёбаный ты в рот. Все, опять мне придется перепроходить ее из-за этого грёбаного бага. Они еще и с пистолетами там. Ой-ой-ой-ой. Это непроходимая, мне кажется, вообще игра. Может быть, радио какое-нибудь. Ладно, на этот раз мы уедем прям далеко-далеко. Может, на мотоцикл вообще пересесть? А, бля, небезопасно. А ну, смотрим. Полицейские. Вот, никого нет. Давай, быстрее. Ну, я в машине сижу. Блять, неужели опять? А, все, наконец-то. Думай, Майк, думай, что же нам делать дальше? Я знаю, ты придумаешь. Придумал? Как я мог забыть про Джо? Нужно срочно проверить его. Ох, нихуя себе, ты веселый сегодня, да. Быстрее, пока охотника нет, ну его нахуй. Отправляйте к дому Джо. Да, он живет наверху. Весело. Майку слишком весело. Он играет песенку на своей машине. Поехали. Ух ты, нихера себе, она быстрая. А ну-ка. Бля, нихера себе, она тормозит. Не знаю, забанят ли меня за авторские права, ну типа музыка. На самом деле как-то похуй, с одной стороны. Я эту игру не ради монетизации прохожу. Но все же. Давайте, короче, до Джо, наверное. И на этом зомби Андрес закончить, нет? Или еще какой-нибудь пройдем. Ну посмотрим. Блять, быстрее, быстрее. Быстрее. Блять, я думал направо поворачивать сразу. Нет, это тут. Давай, давай. Разгона не хватает тачки. Ну-ка. Да, ну, зомби что-то нету, зомби нет. Наверное, это так должно быть. Я хотел наверх туда вообще.
Вот он, Джо! Как его будем озвучивать? Ты кто такой? Эй, ты что? Это я, Майк, слава богу, я нашел тебя. Ты не инфицирован? Ну, если был бы я инфицирован, я давно уже стал бы зомби. Майк, дружище, я рад тебя видеть. Я тоже. Стоять, тут у нас небезопасно, давай я тебя пущу в свой дом. Окей. Чувак, давай, быстрее. Неужели я... Что произошло на Земле? Почему все люди превратились в зомби? Я точно не знаю как и где и когда, но в штате стал очень быстро распространяться вирус. Понял меня, долбоёб? Или нет? А? Понял? Да, я понял. Мы одни с тобой выжили. Ты видел еще живых людей. Блять. Навряд ли мы с тобой одни остались. Но все ведь заразились вирусом. Да. Я видел бандитов, проезжающих мимо моего дома, и рядом со мной живет еще один долбоёб. Я очень сильно изголодал и ослаб. У тебя есть еда? У меня есть консервы, я могу тебе дать их. Да. Большое спасибо. Я тебя просто люблю, нахуй. В общем, располагайся у меня дома, если хочешь отдохнуть, наверху есть спальня. Если что, обращайся, пупси. Хорошо. Сладкий, блядь, нет, нормально, у нас, они нормальные, короче, челы, это я уже, блядь, со своими этими ебучими пошлыми шутками. Так, тихо. Ура, нахуй! Вы можете выходить через заднюю дверь, через задний проход, короче, так, там есть оружие и аптечка. Короче, ну не знаю, будем озвучивать Майка. Я уже придумал для него голос, голосочек такой тоненький, такой сексуальный, ёпт. Да быстрее, я уже понял. Давай еще одну миссию попробуем первую начать с Джо. Давай. А я сохранился? Нет, я не сохранился, нихуя не сохранился. Да, быстрее сохраним после такого. Ну, на самом деле, миссия эта легкая была, просто мне нужно было... О, походу, в штате туман. Да, так оно и есть, это туманчик. Туманчик. А, я же должен... На. Сломаешь? Давай, ломай, у меня есть дубинка. Нихуя себе у тебя защита, а, блядь, долбоёб. Это же легко сломать. Смотри. Бля, как прикольно, а. Это же сломать можно, вот логика. Вообще отсутствует. Смотри, я тебе сейчас весь забор расхуярю. Блядь. Получил, еблан. Пусть зомби заходят. Вот так вот, нахуй. Вот так вот, да, ну это неудивительно, конечно. Но, блять, а я могу попасть? Я какой-то хуйней страдаю, вы заметили, ребят? Вот так вот. Все, вот это я понимаю, другое дело. Вот это защита, все. Долбоёб, у тебя защита хуёвая. Там тебе зомби забор снесли, если что, это не я. Так. Обыск машин, cars. Привет, Джо. Ты знаешь, что у тебя... Привет, Майк. Ты знаешь, что у тебя забор расхуярен? Джо, куда мы идем? Мы идем на улицу обыскивать машины. Там же куча зомби, ты что? Это самоубийство, я же разъебал твой забор. Не беспокойся, я специально выискивал момент, когда их не будет. Зомби есть всегда, чтоб ты знал. Я тебя прикрою, у меня есть дробовик. Нас могут убить. Как ты этого не понимаешь? Ты хочешь умереть с голоду? Ты съел последнюю банку консервов с голоду. Ладно, пошли, хуй с тобой. Починил забор? Осторожно, выходим и ищем машины. Так, блядь, ты опять восстановил забор, сука? Я ж тебе сказал. Забор нужно отсюда снести. Забор нужно снести. Нахуй. Вот так вот, Джо, прыгай. Клавиша У стоит на месте. А, Г это получается у нас... Подожди. А, Т это бежим со мной, стреляем. У это стоять на месте. Давай, стой на месте. Долбоёб, стой. Давай как-нибудь сфотографируемся. Еще на превью, может быть, нет? Блядь, нихуя мы себе стоим, как какие-то, блядь, задроты. О, это же моя тачка! Блядь, нахуй мою тачку сломаю. Так, а как обыскать? Подожди, Е?
Е. Нашли оружие. Что за оружие? О, нихуя. Ну, слушай, неплохо. Эй, Джо! Джо! А как? Следуй за мной, убивая зомби. Да, я уже бегу. Так, ну это веселое приключение, короче, этих двух парнишек. Ну-ка. Давай. На, блядь, извини. Джо, ты можешь отойти? А то, блядь, я тебе сейчас... Блядь, я тебе ёбну. Сорян, ба. Выносли консерву. Но все равно Джо окажется в конце сюжета пидорасом, поэтому... Это хорошо, что мы его бьем. Бля, стой. Стоять. Так, давай. Хуярь тачку. Все, давай, открывай. Е. Бля, ну какая-то миссия легкая, зомби нету. Но это хорошо. Бля, я их уже слышу. Идем за мной, долбоеб! А мне как-то похуй, я сам пойду разберусь. Если у меня такие друзья. Вы забыли Джо, вернитесь за ним. Ну хорошо, давай, идем со мной. Иди со мной. Давай я тебе помогу. Бля. Бля. В кого ты стрелял? А, идем, все. Иди со мной. Со мной иди. Ладно, я пока буду патроны на пистолет тратить, все-таки как-никак. Их много. Ты можешь отойти, долбоеб? Ты понимаешь, я тебя сейчас ебну, вот как сейчас. Я из-за тебя машину не могу обыскать. Ты мне постоянно мешаешь. Блять, вот так вот. Ну... Тупой. Тупой, блядь. Что поделать? Проходим, ребят, эту версию. Если что, потом. Ты ебанутый, ты еблан. А! Я понял. Убивай зомби, долб. Зомби дает нам шанс. Зомби дал нам шанс. Давай вот так вот. Блять, лох, лошара, лошара. На, получай! А, блядь! А, блядь, сука, все, Джо, идем. Идем дальше, братан. Хоть ты еблан, но все равно. Хоть помогаешь мне. Давай. Отлично. Обыскивайте машину. Ты охуел? Мало хп у него, да. А сколько там машин нужно? Блять, у меня опять колесиком мыши вниз не работают. Ну это GTA San Andreas. Это неудивительно. Давай, давай. Харе! Машины обыскивать! Он сейчас сдохнет! У него хп! Давай, иди сюда, иди! Нет, неправильно. Сюда иди, Джо! Давай. Давай, Майк. Бери. Ты ничего не нашел, ты охуел? Нашли бинт. А сколько машин-то обыскать надо? Я уже заебался на самом деле ходить тут. Уже вечереет, зомби будут появляться. Джо, сука! Тупорылая эта тварь. Наверное, Паша его по башке ёбнул. Дайте зомби. Сейчас, зомби. Подождите, я обыщу машину. Блять, зомби! А как лечиться? Блять. Блять. Да, сука. Ой, блять. Ой, 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 ой. Не кондишн. Давай. А, блять, все, нет, это плохая идея. Ёбаный Джо. Зомби пропали. Частично. Но они в машину, они тупые, они как бы... Давай уедем от них. Джо, садись. Блядь, это не Джо, я перепутал. Давай, садись. Ты долбоёб. Ты знал это? Джо, ты знал, что ты долбоёб? Блядь! Ёбаный порог! Это просто пиздец. О, Майк ожил. А нет, он не умер, это Джо. Я даже не буду... Блять. Я даже не буду монтаж делать. Я буду в реальном времени... Блять, ну это деньги? А, это так... Это там бумажка валялась. Какой он долбоёб... А деньги реально тут валяются! Ну да, правильно, деньги это всего лишь бумажка. Шпажка. Блять, опять забор тебе расхуярить. Вы можете обыскать багажники машин. Да я понял. Ну, короче, ладно, уходить отсюда далеко мы сильно не будем. Как-нибудь будем здесь передвигаться. Бля, на этот раз далеко слишком машинка. Джо, давай за мной.
Давай, блядь, ты можешь уйти? Я тебя бью, иди сюда. Вот тут вот и стой. Я теперь понял, почему он, умер. Это не из-за того, что его зомби убили, это из-за того, что я его, блядь, по башке ёбнул битой. Ну иди за мной, блядь. Джо, ты тупой, ты не знаешь, что тебе делать? Ты тупой, не знаешь, что тебе делать? Я нажимаю на букву Т. А, понял, ладно. Окей. А, бежим за мной, не стреляем зомби. Бежим со мной, убивая зомби. Тут, получается, есть несколько вариантов. Давай, я обыскиваю быстрее. Блять, я машину не... А, все нормально. Пистолет. Ну, там с этим, с глушителем или ничего. О, тут машины как раз пошли. А ну. Обыщи. Или нужно именно багажник. О, блядь! Ладно, давайте, ребят, я пройду эту миссию, и тогда уже будем заканчивать. Опа. А, это бэха. Давай быстрее! А зомби похуй, да. Ну, Джо тоже похуй. Только не говорите, что вы оставили Джо позади. Я тогда вообще буду пиздец. Блять, как же ты меня уже заебал, сука. Блять, как же ты меня заебал? Давай, ломай. Бля, какая-то машина не ломайка. Машина не ломайка. Какая-то бронированная тачка реально была. Давай, ищем. Ищи. Ищи, я сказал. А, все. Канистру, ну давай. Поедем за Джо. Ой, музыки не хватает. Джо! Идем. Джо! Привет! Ой, иди сюда. А, ты предлагаешь мне вниз, да? Ух, нихуя себе тут высоко. А я выживу? Да спустимся, все будет окей. А, немного упали, ничего страшного, норм. Давай. Блять, ты видишь, что происходит? Ёбаный в рот. Ебать! Блять! Мы живые! Блять! Блять! Ладно, пройдем в следующий раз. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки на мой канал. Ставьте... Я вот это уже говорил. Я, короче, с ума сошел. Подписываемся, ставим лайки, набираем, допустим, 10 лайков, я снимаю проду. Ну, как-то так получается. Снимаю проду, и группа ВК Винкса, блядь, ебучая. Ну, короче, все, слушайте песни, слушайте эту всю херню. Всем удачи, всем пока.